В лектории молодежного медиахолдинга «Есть толк» ТГУ состоялся показ короткометражного фильма «Последний экзамен». Это дебютная киноработа выпускника кафедры «Русский язык, литература и лингвокриминалистика ТГУ» Антона Давыденко. Закончив вуз, он решил попробовать себя в новом качестве, и фильм стал его дипломной работой по окончании кинокурса. На показ Антон пригласил съемочную группу, друзей, преподавателей и режиссеров медиахолдинга, чтобы рассказать о проделанной работе, ответить на вопросы и выслушать мнение профи. Съемка фильма в моем случае – это про «имей 100 друзей», а не 100 рублей. Вот, потому что как-то так захотел снять, и получилось, и все организовалось как будто бы само собой. И если вы когда-нибудь захотите снять фильм, наверняка с вами будет то же самое, потому что как только кто-то узнает, что мы хотим снять фильм, они такие: «О, чем вам помочь?» По сути, премьерный показ фильма логично состоялся в «Альма-Матер». Почти вся съемочная группа фильма – актеры, оператор-постановщик и режиссер монтажа, студенты и выпускники Тольяттинского госуниверситета. Завязка сюжета также происходит в университете. Хотя вся эта история гораздо шире, и речь в фильме идет не об экзаменах в ВУЗе, а об экзаменах, которые проводит сама жизнь. Сценарий, он и жизненный сам по себе, потому что мы сами студенты, я хоть и бывший студент, но студентов бывших не бывает. Вот, и как-то тоже для меня были и последние экзамены, и вроде бы все на свежей памяти, так получилось то, что мы как-то все в легкой форме сделали. Мы в такой компании были потрясающие, мы вроде бы сразу и входили в роль, и также и выходили, то есть не было какого-то дискомфорта. У нас было очень много репетиций, и девчонки шутили безостановочно, и мне приходилось предпринимать усилия, чтобы их остановить и собрать на репетицию. Вот. Но то, какую они атмосферу создавали, это, конечно, и есть вот это положительные эмоции, положительные впечатления от процесса. Всегда, когда хочется добиться наилучшего результата, сталкиваешься с критикой самого себя. Отснял дубль? Нужно еще, потому что плохой. Отснял еще один? Лучше уже, но надо еще один. И так вот до бесконечности, и в конечном итоге себя нужно останавливать уже вовремя, понимая о том, что мера, должна быть мера во всем, и в том числе и в количестве кадров, которые ты будешь потом монтировать на монтажном столе. Все участники проекта работали в свободное от учебы и работы время, добровольно и бесплатно, и уже сейчас скучают по съемкам. Фильм уже был показан в рамках кинофестиваля «Кинографика» в Санкт-Петербурге. Премьерные экзамены сданы. Но они, конечно, не последние, потому что впереди новые планы и проекты, а значит и новые экзамены.